очень много делаем и стараемся, чтобы к нам пришли самые лучшие абитуриенты, самые лучшие выпускники школ. Мне, например, важно вот видеть глаза, чувствовать настроение для того, чтобы понять, что еще необходимо сделать, чтобы наш институт был самым лучшим в городе и в стране. Я, честно говоря, склоняю свою седую голову, что первый же семестр вы все отлично. Я помню свое обучение, конечно, первый год, вырвавшись на свободу, чуть меньше думал об учебе, но старался, конечно, в принципе, все нормально, там без неудов и без троек. Под весу не заберешься. Для того, чтобы двигаться, надо вот так, галсами. Чуть-чуть отступить, чуть-чуть в сторону, постепенно двигаясь. Да, постепенно двигаясь, только тогда вести вершину достигнуть.